Сегодня ты была восхитительна, моя дорогая. Чертовски прекрасна. Ты чуть не заставила меня расплакаться. Чуть? Я убью того, кто ставил фотографию. Спасибо, Арчи. Что ты сделала с глазами? Новый грим? Никогда раньше не видел, чтобы они так блестели. Ваш выход, мистер Декстер. Прошу прощения за фотографии. Этого больше не повторится. Ваш выход, мисс Ламберт. Ты прощен. Что с ней случилось? Здравствуй, дорогая. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Арчи, здравствуй, Майкл. Пьеса чудесная. Здравствуйте. Позволь представить нашего выдающегося автора, мистера Уолтера Гибса. Я очень горд тем, что вы будете играть в наших днях. Очень мило с вашей стороны, но вы приготовили для меня чудовищный монолог в конце пьесы. Надеюсь, я его выучу. Ты помнишь, мисс Крайтон? Как твоя кузина Биллисет? И я сказала, что у тебя все хорошо. Майкл, мне не нравится, что я сижу рядом с ней на скамейке. Кроме того, эта сцена мисс Крайтон, и мне кажется, я здесь слишком доминирую. Перейди, если хочешь, но куда? Туда, на стул, спиной к зрителям. Я в этой сцене вторичная, и мне кажется неправильно, что я в равном положении с мисс Крайтон. Я не возражаю, правда, мисс Ламберт? Нет, нет, я себя неловко чувствую, это неблагородно. Майкл, а что, если я заявлю о себе, когда сцена начнется? Я буду сидеть лицом к качелям. Мне не нужно будет двигаться, я могу оставаться там, пока не выйдет мисс Крайтон под шквал аплодисментов, не сомневаюсь. Что ж, давай попробуем. Начнем сначала. Как прошла встреча с сэром Филиппом? Это напомнило сцену из Диккенса. У него ужасное. Видишь, так гораздо лучше. Да, но только если ты не против сидеть так 10 минут. Ну, почему же я должна быть против? Это же я предложила. Установите весь свет. Нельзя играть комедию в темноте. Долли, дорогая. Как идут дела? Чудесно. Как Франция? Чудесно. А как Джулия? Чудесно. А как новая девушка? Мы готовы, мистер Госселин. Спасибо. Долли, присаживайся. Спасибо, мисс Ламберт, мистер Декстер, мисс Крайтон. Не стучите. Встреча с сэром Филиппом напомнила сцену из Диккенса. У него ужасная простуда. Он лежал в постели и делал ингаляцию. Я спросила, мне прийти в другой раз? Он ответил, дед, дед. У меня было подобное в детстве. Я часто простужалась. У меня закладывало нос, и я ужасно чихала. Я постоянно дышала над горячей водой с камфорным маслом. Миллисент. Потом я спросила, не сможет ли он мне помочь. Я спросила, не напишет ли он для меня письмо в банк. Он поднял полотенце, у него был ярко-красный нос, и его глаза слезились. Он выглядел ужасно. Он сказал, я боюсь, у меня ужасный Дасберг.